На улице Горького фото на память предприимчивые коммерсанты предлагают на каждом шагу. А есть ли разрешение на такую деятельность? Специалисты муниципального контроля просят показать документы. У предпринимателя нет ни одного документа на установку конструкции на муниципальной территории. В отношении гражданина возбуждено административное производство. Конструкции убраны. Еще одна нелегальная точка по оказанию услуг фото установлена на набережной. В отношении гражданина возбуждено административное производство. Заплатит штраф и предприниматель, который незаконно оказывал услуги по прокату машинок. Два коммерсанта, установившие передвижную точку по реализации сладкой ваты, заплатят, соответственно, два штрафа. В ходе обхода улицы Горького и набережной возбуждено 5 административных производств.